Всем привет! Сегодня я буду ремонтировать тормоз на детской коляске BB Mobile. Аналогичные тормоза и на многих-многих других моделях, поэтому это пригодится и инструкция и для других моделей колясок. Итак, вот, собственно, сам тормоз. В чем проблема? Он то не включает тормоз, то только на одну сторону включает, а может и вообще заклинить тормоз и будет на тормозе никак не снять. Поворачиваем, отодвигаем вот эти вот штыри и поворачиваем вот эту педаль. И теперь нам нужно, здесь у нас освободилось пространство, чтобы вылезли сюда штыри, и мы посмотрим, что с ними не так. А с ними не так, как видите, то, что они искривились. Это из пластика штыри. Дальше там металлические. И они выходят и клинят уже само колесо, ставив на тормоз. Но проблема в том, что изогнут штырь пластиковый. Видите, он, несмотря на то, что на него давит пружина, он там застревает из-за того, что изогнут. Нужно его максимально выпрямить. Каким образом? С помощью фена. Любого фена или специализированного. Такой у меня фен. И потребуются плоскогубцы. Плоскогубцами я буду выкручивать этот штырь в противоположную сторону, выпрямляя его. А феном греть. Главное не переусердствовать и не перегреть сильно. Как видите, под воздействием температуры он начинает поддаваться. Подержу его, чтобы он застыл в нужном состоянии. Ну вот, немножко он застыл. Смотрите, совсем другое дело. Конечно же, здесь я тоже почищу силиконовой смазкой. Сейчас. Здесь все грязно. Но самое главное, он спокойно проходит в отверстие и не цепляется. Поэтому уже конструкция рабочая. То же самое делаю со вторым штырем. Ну, видите, все хорошо. Так, теперь надо все смазать. Универсальная силиконовая смазка.
Ну, смотрите, тормоз работает отлично. Оба фиксируются и оба обратно уходят с полоборота. Вот, смотрите на этот штырек, он и есть тормоз, который попадает в эти пазы и держит колесо. У меня один зубчик уже сломан, но это не страшно. Ну, собственно, все. Всем пока.